Привет, друзья! Я сегодня привезла растения новые. Они вот из кассеты. Видите, как корешочки оплели весь этот земляной ком. И вот я сейчас привезла, я их вот так вот в кулечках. Как из кассеты их доставали, в кулечки слаживали, подписывали. А теперь я их привезла домой, и мне надо их, конечно же, пересадить. Сделала я грунт. Здесь у меня хризантемы, гортензии, спирея и пузыреплотник и форсиция. Вот, грунт у меня такой хороший. Там и вермикулит, и торф, и такое все подряд. Пересаживаю я вот гортензию Аннабельку, вот она побольше, я пересадила вот такие ведерочки. Это ведерочки временные, потому что осенью буду высаживать в грунт. А вот эти маленькие череночки, это спирея. Вот такая мохнатые листики. Их я буду пересаживать вот в такие стаканы. И вот прежде чем пересадить стакан, вот этот ком надо обязательно нарушить. Иначе так и будет сидеть вот этим вот кусочком. Вот это вот я нарушу, этот ком. Корешочки здесь прям посворачивались. И буду пересаживать в стаканчики. А потом полью водичкой обычной, опрыскаю цирконом. И они у меня будут стоять в тенечке. Вот такое я сегодня привезла. Это вот Аннабель. По-моему, голд, потому что у нее листики будут. Сама она будет белыми шапками, а листики будут варигатные, желтые с зеленым. Спирейка розовым будет свисти. Тут вот красивые такие листики резные. Потом здесь то, зачем я ездила. Самарская лидия гортензия. Вот. Вот такая вот хорошенькие череночки. Хорошенькие. Посмотрите, какая корневая. Такие череночки. Ну, это самая дорогая из гортензий, будем говорить так. Это полярный медведь. Тоже гортензия метельчатая. Здесь поменьше немножечко. Вот. Такая корневая. И еще взяла здесь я пузыреплодники. Это вот низкорослый Little Angel, маленький ангел. Вот он какой. Такой же красный, только высокорослый и зеленый. Названия все записаны у меня в тетрадке. Я их на память, конечно, не помню. И здесь у меня еще форсиция. Форсиция тоже листик будет варигатный. Вот он будет не однотонный, а зеленый такой желтый. Я не хотела сажать форсицию. Растение красивое, но оно что, отцвело весной желтым, и потом стоит зеленый куст. Ну, а раз это такая вот варигатная, лист сам будет красивый, то я взяла вот такие вот. Вот такие мои сегодня покупочки. Приехала и начинаю пересаживать. И завтра я обработаю все вот эти новичков, этих всех, от клеща, тиавитом. Тиавитом я брызгаю тиавит плюс циркон. Но развожу отдельно в посуде по инструкции. Отдельно развела тиавит, отдельно развела циркон. Потом смешать и побрызгать. Это будет от клеща, от всякой бяки. Потому что растения новенькие. Я сейчас их поставлю в стороне от своих, которые уже у меня 100 раз обработаны от всего. И потом они вместе будут стоять до осени. А осенью я всю эту красоту буду высаживать на цветник. У меня будет великое преобразование цветника. Вот так вот. Очень много у меня новинок в этом году. Я очень довольна ими. Сорта хорошие. Теперь главное, чтобы они у меня до осени не пропали, подросли, принялись. Вот так. Вот так я сегодня съездила за новиночками.